2014 года присутствовало, ну, где-то 2000 граждан. Больше. Ну, правильно, чтобы давление у меня рвануло. Да, это как сломодробинка. Мне надо чуть. Громко, там ничего не слышно. Ну, уже ж вроде громко, нет, слышно. Да, в общем, знаете что, не буду это зачитывать. Скажу вам так. Референдум! Что провели переговоры, инициативная группа написала заявление. А кто был? Вот, группа Моргун. Еще там, я не знаю. Но сейчас стоит по правовому, по закону. Мы должны только один вопрос этот сделать. Вы поняли? Поняли? Мы не говорим, что мы уходим в Россию. Тише, тише. Мы в составе Украины остались. Жителей города, я так понимаю, не безразличны. Это ближе, наоборот. Не безразличных. Я думаю, все поддержат
помянуть тех минутой молчания, которые погибли в Одессе, которые погибли в других городах.